Добрый день, Максим. Поздравляю вас и вашу команду с победой. Расскажите, пожалуйста, как она далась, что получилось, что не получилось. Ну, не получилось больше забить, не получилось вначале реализовать те моменты, которые у нас были в начале матча. Соперник дисциплинированно играл, как бы, всю игру. Соперник хороший. Но вот единственное, вот это не получится. Мы все получили сегодня удовольствие от футбола. Спасибо сопернику за игру, спасибо нашим ребятам, сегодня все молодцы. Ну, в принципе, как и всегда, все молодцы. До середины второго тайма игра, в принципе, была на равных. Скажите, пожалуйста, почему поменялся сценарий игры с середины второго тайма? На мой взгляд, мы переломили просто игру и все. Начали больше обострять впереди, появилось еще больше моментов, нежели чем было в начале игры. В итоге забили, сколько там, 4-2-2, да, было? 4 забили, 6-2, в итоге победили. Соперник очень здорово играет, организованно. Поэтому, как бы, была сегодня борьба. Была борьба. Я понял. Еще раз победа и удачи в следующих матчах. Спасибо, все. Спасибо.